В Иерусалимской русской городской библиотеке прошел юбилейный вечер писателя и журналиста Льва Меламида. С высоты юбилейных лет герой вечера демонстрировал спокойствие и умиротворенность. Естественно, читали его прозу. Было 8 часов утра. Я вышел из дома и направился пешком на службу. Так я делаю каждый день, вот уже 5 лет кряду. 5 лет подряд я прохожу одни и те же дома, встречаю одни и те же лица. Но сегодня первый человек, которого я встретил, был мне незнаком. Из подворотни, откуда обычно выбегала девочка лет 7, вышел, пошатываясь, пьяный человек в длинном черном плаще и пошел к перекрестку. Поехал я на этот остров Емудабао не только в поисках экзотики. Моя поездка была связана с журналистским расследованием скандального исчезновения питомцев собачьего питомника в Рошпине. Причем исчезали только чао-чао. В питомнике их было 7 штук. А скандал разразился после того, как выяснилось, что один из чао-чао принадлежал министру обороны. Знаете, тогда я из Иерусалима в Тель-Авив хотел поезд со старой железнодорожной станцией, где сейчас находится развлекательный комплекс рядом со старым городом. Некоторые из нас еще помнят это, а вы, девушка, нет. И приходил поезд в Тель-Авив, в Яффу, туда, где и там сегодня тоже развлекательный комплекс. И тут, и там от этих станций остались лишь железнодорожные рельсы, уложенные в деревянные тротуары, единственное напоминание вокзала. И тут я впервые спросил ее, как дела, как прошел день, что ее так радует. Любимая, я вижу, что у тебя сегодня был удачный день, ты вся светишься от счастья. О да, дорогой, меня избрали в исполнительный комитет нашей партии. Вот уж я не ожидал, что моя любимая настолько погрязла в своей политике. Здорово. А прости, что за партия? Насколько я в курсе, есть только 2 партии у нас, Ликуд и Рабочая партия. Неужто ты настолько оторван от того, что творится у нас в стране, даже с некоторым возмущением ответила она. Есть еще много партий. Лев Меламид поделился своим взглядом на литературу. Вся литература, она, тем не менее, вот искажает ту правду, которая всегда так или иначе присутствует. Ну, не знаю. Можно привести, так сказать, много такого рода текстов, там, не знаю, «Война и мир», например, Толстого, где тоже идет как бы рассказ о, ну, каких-то реальных событиях, но тут придуманные герои, которые, знаете, наверное, они были какие-то вот чего-то такие герои были, но они, видимо, как люди были достаточно плохие, но вот автор сделал из них хорошие, из кого сделал плохих. То есть это все вот как бы придумано, это все чистой воды вранье. И поэтому, ну вот я попытался сделать несколько таких опытов, такого рода фейк-стори. Множество людей пришло в библиотеку на этот вечер. Это явно говорит о том, сколько у Льва Меламида почитателей в городе, в стране, во времени –